Добро пожаловать на мой канал Цирика Плей. Я Наташа, мы сегодня с вами снова играем Гренни 3. И сегодня у нас с вами будет кое-что веселое. Сегодня у нас будут мини-лилипутики в виде Гренни и в виде деда. То есть сегодня за нами будут бегать маленькие-маленькие малыши Гренни и деда. Посмотрим, что это вообще такое и как это будет весело или не очень. Для начала мы с вами, конечно же, на них посмотрим со стороны, потому что, хотя пусть это будет сюрпризом, мы с вами делаем следующее. Так как это у меня модик, мы с вами заходим вот сюда, выбираем здесь Гренни сеттинг и делаем ее маленькой. Итак, ребята, вот мы с вами, как всегда, очнулись. Я настроила деда и бабку, и теперь они будут маленькими-маленькими малышами. У нас есть Мишка, пока что мы его не трогаем, пока что давайте оставим. Главное, случайно на деда и бабку не наступить, потому что я вообще не знаю, где они. Зато капкан, смотри, какой здоровенный, ничего себе. Так, тут-то пусто. Ничего нету, внимательно все осмотрим. Так, давайте пойдемте сюда с вами. Меня беспокоит то, что я не вижу никого. Ни бабки, ни деда, где они все? Я, конечно, понимаю, что они малыши, но они же должны быть в итоге где-то. Или им сложнее ходить из-за того, что у них маленькие коротенькие ножки. Прикиньте, они теперь реально не могут нас найти из-за того, что они маленькие-маленькие малыши. Кстати, не забывайте подписываться на каналчик и поддержать меня лайком. Вам просто мне приятно. Ну и плюс, если хотите больше Гренни, с вас больше лайков, соответственно. Я возьму камушек. Где Гренни-то? Гренни, ты где, бабка? Ой, ты, господи, что это за блохарик, лошарик? Это блох. Ой, ой, смотри. Это... Ты слендерин, надо иди в жопу. Ты какой малыш. Какой малыш. Ты посмотри, какой маленький. Господи, ты... Ой, 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 спокойно, спокуха. Карлики нападают. Лилипуты. Смотри, дура какая. Ой, ребят, это очень смешно. Это очень смешно, это лилипутик. Мне кажется, им реально сложнее ходить, ребят. Надо меньше над ними смеяться. Ой, ой, только не убивай меня. Скотина, он меня убил. Он меня убил. Он меня убил из своего пистолета. Ну ты, конечно, индеец. Я бау-бау. Маленький блох убил, понимаешь? Маленькая вша. Я не боюсь сложности, я открываю двери и иду дальше навстречу препятствиям сложности и боли. Я надеюсь, их не надо сейчас будет снова уменьшать. Они же будут такими красивыми, классными, модными, стильными, молодежными. Скажите, что да. Эй! Да. Малыха! Малыха, что за прикидольчик? Где она? А где она? Малыха! Куда она? Малыха! Куда она убежала-то? Малыха! О, бревно лежит. Малыха, ты где? А шо? А где моя... Где моя цепуля? Ой, во-во-во! Куда она убежала от меня? Малыха! Малыха! Ой, дед идет. Только не цибуля. Они не могут открыть дверь, она... Ой, ладно, могут. Я думала, не могут они открывать двери. Маленькие! Вы там где? О! Малыха побежала, видал, на второй этаж. Так, а где деда? Ладно, давайте поднимемся. О, а чё он убегает от меня? Ты куда? Ну, куда? Ты шустрая ты какая! А господи, как ты быстро передвигаешь своими маленькими ножками. Иди отсюда! Что ты вылупилась на меня и смотрит она, блоха ушастая? Дай пройду! Слышь, дай пройду! Бляха, да пошел. За мной бежит дед, помогите! Он хочет меня убить! Нет, нет! Он хочет меня убить! Он мне пытается навестить! Ребята, бежим, бежим! Да отстань от меня, цибуля! Какой кошмар! Я вообще не понял, они какие-то конченые. Они такие маленькие, такие агрессивные. Наверное, знаешь, злятся, что над ними все всегда смеются над их ростом. И поэтому они такие агрессивные, блин. Я, можно... Так, бабка идет. А где дед?
Да иди в жопу, достала ты! Дайте я, пожалуйста, пройду. Где наша старуха? Проблема теперь в том, что их теперь ты хрен увидишь. Этих бабушек и дедушек, они такие малыши. А если они смогут мне за стенку зайти, например? Ой, я надеюсь, она не здесь. А если они смогут под стол забежать? А если они смогут забежать под стол? Им же ничего не помешает забежать под стол. Алло! Ёб твою мать, мы в жопе. Да иди ты! Отстань! Отстань от меня! Фу такой быть! Агрессивная-то какая-то, посмотри на нее! Слушай, они... Подожди, проверяем. Господи, как страшно! Ой, смотри, кого я вижу. Вот это какие люди! Какие люди! Я тебя вижу. Че стоим? Горошина моя. Принцесса на горошине. Он реально нас не видит? Это очень страшно. А прикиньте, если бы он... Тихо, спокойно. А прикиньте, если бы он смог сюда забежать. Ой, бежит. Аккуратно. Вот сюда встань, я хочу на тебя смотреть. Ты сюда вставай. Дед. Где он? Господи, какая блоха мелкая. Хорошо, что он сюда не может забежать. А где бабуля? Где твоя суженая? Ку-ку. Привет. Вот бы на тебя наступить и раздавить. Так, ой, кажется, она в говно наступила. Не, ну я смотрю, ты лучше видишь, да? Так, когда ты на моем уровне, да? А представляешь, я одно большое яйцо. Ты с моей яичко правое, а бабка слева яичко. Давайте играть с ним в гляделки, кто кого переглядит. Лох. Отвел взгляд, значит, просрал. А я победила. Не, смотрите, он сейчас, по идее, Да, он нас будет замечать каждый раз, походу. Блин, ребята, рел мы в жопе. Я не знаю, как отсюда. Да подстанет. Иди, ага, отсюда. Он реально нас видит. Он реально нас видит, ребята. Под столом теперь сидеть вообще не вариант. Он такой, типа, ку-ку, ёпта. Чё сидим, кого ждем? Наливай давай. Иди поешь. Блин, ну не сюда. Да ну почему ты... Да ты не мог в другую сторону пойти. Ну ёб твою мать, блоха ты ушастая. Ну реально ты... Я что, теперь отсюда не выйду, что ли, никогда? Иди, пожалуйста, отсюда в жопу. Уйди нахер. Скройся. Он меня реально видит. Я не знаю, что делать. Это наше последнее с тобой пристанище на пути к смерти или к жизни. Блин, дед опасен, то что у него даже вот эта тут маленькая зубочистка его, она стреляет, понимаешь? Он нас убьет из своей маленькой зубочистки. Ура. Эта блоха свалила. Все, аккуратно, идем за ней теперь. Поглядываем, куда они идут. Дед спать пошел? Да ну нет, ну ёпты, нет, иди в жопу. А если он сюда сбежит? Надеюсь, не сбежит. Он же может сюда забежать, когда он маленький. Лох. Сиськастый. Опа, ну зачем ты пошла на второй этаж? Ну, баба. Да ну, Слендерина. Так, а где она? Ну, хоть не здесь. Так, я здесь пока постою. Тихо. Сейчас она уйдет. Пусть свалит подальше от греха, правильно? Что-то вообще никаких предметов как будто бы и нету здесь в этот раз. Ушла? Цибуля моя. Ты же открыла дверь! Слышь? Ты чё? Подставила меня, эти блохи такие умные нынче пошли, вообще, мандавши. Кому сказала? Шла вон. Я думала, она уже ушла, она зачем-то дверь открыла и такая, типа, это. Я в шоке с этих маленьких малышей.
А как он так подо мной прошел? Я вообще не поняла, как он так подо мной прошел. Уйди, пожалуйста, нахер. Иди в жопу. Пошел в жопу. Ты не выйдешь отсюда. Ты умрешь. Здесь. Да иди нахер. Он меня потерял. Так, все, ну вас нахер. А, быстрее, 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 давай, 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 быстрее, быстрее. Блохи за нами бегут. Какая ужасная просто игра. Они реально, у них какие-то новые правила появились у этих маленьких малышей. Они прям такие кончелышки вообще. Хани, блин. Вот тебе и Хани на банане, блин. Я не готова к такой же... А где палки? Да уйди в жопу ты! Где все? Чё никаких... Где все предметы-то, алло? Реально ничего нету. Как мне что делать вообще? Мне бы, конечно, у пердетки забрать бы этот самый пистолет. Ну попробуй тут его забрать теперь, этот пистолет, блин. Дед! Ой, бабка идет, аккуратно. Аккуратно, малыши в здании. Ребята, не нервируем никого. Они типа и так на это, на стрессе, потому что они маленькие сладкие малыши или не очень. Халашара. Так, а дед там не хочет пойти спать? Дед! Дед, давай ты пойдешь спатьки. Спатьки для батьки. Не? Спатюшки не хотим? Дедуль! Дедуль, предлагаю поспать. Пока предлагаю поиздеваться над Гренни. Буду ходить за ней, смотреть, что она делает. Такая маленькая, я могу тебя раздавить. Чувствуешь, я твоя тень. Я могу прям тебя, оп, и поглотить, и она у нас уже в зайце. Смотри, она меня несет, она меня несет! Она меня несла, ты видала? Она меня просто несла. А где дед? Дед, ты где? Деда! Я просто хочу дождаться, пока дед пойдет в свою эту самую. Мне интересно посмотреть, что будет с его вот этой вот штучкой-дрючкой под названием штучка. Где дед-то? Я не пойму. Дед! 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 Ёпта, где он? На улице, что ли, шляется? Деда! Ребят, у нас проблема... Во-во-во-во-во, дед идет. Дед идет. Идет спать, кажется. Смотри, смотри, смотри. Он идет спать. Смотри. Ну-ка, а у него маленькая будет пушка? А-а-а! Нифига себе! Ладно, пусть спит. Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни. Вот это магия рептилий, видал? Вырос на глазах просто. Знаешь, он как это... Орган у мальчиков, да? Ему стало тепло, он стал больше, да? Холодно, стал меньше. Вот. Это про него. Так, все, я отключаю год-мод. Мне просто был нужен этот пистолет. Так что как-то так. Так, привет, воронка. У тебя, значит, сейф-ключ есть, да? Не уверена, что он нам даст что-то, но пусть будет, чем его не будет. Так, а можно я как-то это самое... А, давайте мы вот так сами сделаем просто, скинем вот сюда. А если этот ключ пропадет? Главное на него смотреть, чтобы он не провалился, а то я знаю, как они любят это. Проваливаться был, да всплыл, называется. Коротко о моих прыжках. Так, ну, что я хочу сказать. Мы потеряли с вами дробовик. Но нашли ключ от сейфа. Возможно, нам придется с вами забирать Мишку. И нести его к Сландерине, потому что нету ключей. Понимаешь? Их просто нигде нету. И это проблема. Так, бабка. Тебе, наверное, сложно открывать такую большую массивную дверь. А, дед идет. Дед, иди, пожалуйста, в другую массивную дверь, я тебя прошу. Спасибо. Ценю. Ценю то, что вы сделали сейчас. Вы такие молодцы. Просто вы прям космос, детка. Люблю вас. Вы такие у меня зайки просто. Вот, когда делаете так, как хочет Наташа, это просто великолепно. Наивеликолепнейшно. Так. Наша палка либо внутри этого сарая, либо снаружи сарая. Вот вопрос.
Как я здесь умерла так тупо, конечно, мы еще не умирали с тобой. Нет, умирали, конечно, но в самом начале, а сейчас так тупо слились вообще, как нубасы какие-то. Ну, бывают. Так, открываем дверь. Да, Слендерина, хер ли ты встала на стол? Так, дверь закроем, деда здесь нету. Все, все относительно спокойно и безопасно. Открываем, что у нас тут? Ключ от сарая. Что ж. Ой-ой-ой, там такая гроза. Ой, как гремит. Ого. У меня прям гром гремит, земля трясется, а в кустах кто-то несется. Ну, курица, собственно. А ты что думал? Именно несется. Я надеюсь, мы сейчас на деда не напоримся. Но мы можем еще и мишку стащить. У нас есть эта тенденция утащить мишку. Закроемся здесь. Так, что у нас тут? Кокос. Бляха, а игра мне будет что-то сегодня дельное давать вообще? Или типа я должен вообще здесь по полной ничего не иметь? И чё? Ну, да иди в очко пошла. А где моя деревянная палка? Где палка? Она, наверное, в подвале стоит. Я поняла, она стоит в подвале. Потому что тут ее точно нету, она в подвале. Так, пацаны. Только без глупостей, окей? Давайте, вы без глупостей, я с глупостями, хорошо? А как я буду по ним попадать? Они же мелкие. Они же супер мелкие. Я сейчас охерею в них попадать. В этих блох. О, он вырос. Малой повзрослел. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А можно я у малого заберу пистолет? Малому он больше не приходится, а нам с тобой очень даже будет норм. И нас теперь с тобой будет этот дробовичок. Выдал? Кидаем дробовичок. Опа. Супер, хорошо. Вот это я понимаю. Вот это... Не те же, твою мать, там гремит-то гром ужасно. Ужас. Страшно жить. Так, теперь чуточку вот так. Опа. Идеально. Идеально. Так. Теперь нам нужна палка. Чтобы взять палку, нужно зарядить дуло пистолета. Я готова. Готова убивать. Терминатор я опять. Так, и чё, кто, где, все, как, когда, зачем и почему. Где все, я помню. Где бабка? Бабка, ну выходи! Вон она идет, бежит. О, видал, тоже выросла. Охренеть они, конечно, растут, как на дрожжах. Видал? Такие раз и выросла. Я понимаю, писька удлинилась. Не вот это вот ваше все. Так, что это такое? Вот она, палка лежит. Пойдемте. У нас еще, в принципе, все с вами нормально и зашибись. Так что живы, целы, орлы. Живем, могем, умеем, практикуем. Тут лежит бабкин переросший трупик, который как бы уже вырос. Что с дедом, не ясно, но думаю, дед тоже, у него все прекрасно. Забавно то, что они реально, когда ты их подстреливаешь, они вырастают. Так, во-первых, делаем вот так. Во-вторых, делаем вот так. В-третьих, смотрим, что у нас тут. Затычка, что ж, неплохо. Давайте тогда эту затычку сразу сейчас подсунем с вами, чтобы потом по 10 тысяч раз не ходить. Все, есть. Только потом все равно придется сюда вернуться. Ну, это уже совсем другая история. Так что ладно, как говорится, перед смертью не надышишься. Давайте берем нашу вот эту штучку. У деда все равно нету чем стрелять, поэтому дед сейчас безобидный младенец. Поэтому пусть переживает. Так, где последний ключ? Неужели у Слендерины? Походу, реально, ключ, который от подвала у Слендерины, нам придется все-таки медведя ей отдать. Я не хотела, конечно, отдавать медведя, а хотела оставить его нам, но, видимо, придется отдать. Видишь, в некоторых моментах это можно сделать, а в некоторых невозможно. Вот у нас, по-моему, такой случай, когда это сделать невозможно и слишком сложно. Ну, хорошо, пока идем. Это у нас, по-моему, предпоследняя жизнь или третья? Третья, наверное. Еще осталось четвертая и пятая. То есть, в теории, мы с тобой проходим этот карликовый мод. И в конце можно поиздеваться, вызвать армию бабок и дедов. Ну, чисто так, по приколу. А потом, если вам понравится эта идея, мы можем с вами попытаться играть в Гренни, где их будет овер дофига клонов дедов и овер дохера... Я не наполнила, да, вазу? Или наполнила? Не наполнила, по-моему.
Идиотка. Я просто взяла вазу и побежала, сломя голову. Да. Сейчас бы просто так туда-сюда бы ходить, да? Вот что называется стресс. Так вот, если мы с вами захотим, то я могу сделать кучу бабок, кучу дедов маленьких и от них пытаться убегать. Либо кучу больших еще, кстати, можно играть с гигантской бабкой и с гигантским дедом. Как вам такая идея? Пишите в комментарии. И если очень сильно это хотите, то с вас очень много лайков, и тогда мы в это поиграем с вами. Так, что, все есть? Есть контакт? А, смотри, сейчас что с тобой делаем. Сейчас будет немножечко, наверное, сложно. Потому что сейчас сюда придут оба идиота. Их нужно сейчас будет подстрелить. Иди сюда. Я понимаю, у вас маленькие ножки, но может быть можно добежать до меня, капитошки. Э, ты где? Фью! Фью! Я свистю. Может быть, они умерли? Может быть, они забаговались? Ага, конечно. И, конечно, я слышу. Да где же вы? Э! Гопота малолетняя! Гномики мои, смурфички! Слышь? Вы что, идиоты, что ли? Мы дебилы, это сила или что? Где они? Галя! Где они? Алло! Да, они провалились под текстуры. Да иди в жопу. Их нету. Они провалились под текстуры. Лол. Ты понял? Они просто провалились под текстуры. Что ж. Тогда, следуя такой теории, мне бояться абсолютно нечего. Если меня, конечно, сейчас за пятки не похватают маленькие малыши. А то кто их знает, может быть, они меня сейчас будут хватать за пятки? Вот, значит, куда попадают мои ключи, да? Никогда я их куда-то кидаю, и они исчезают. Они попадают точно туда же, куда сейчас попали дед с бабкой, в Нарнию нах. Угу. Как говорится, надо пробовать, надо пытаться смириться. Опа. Так, Сландрина, это тебе. Давай нам что-нибудь интересненькое там. Выкакай, пожалуйста. Дай кокулечку для Натулечки. Она нам должна, по идее, дать падлок Ким. Да, видишь, к сожалению, без этого не получилось. Ландерина исчезла. Да все исчезли так-то, по факту. Никого не осталось. Никто со мной не хочет играть. Прям реально что-то как-то так грустно и одиноко стало. Так, это провод. Хорошо. А где вентиль от моста? Проблема-то еще и в этом. Что непонятно, где вентиль. Может быть, вентиль у нас в этом самом, где-то вот тут, в машине. Машина — единственное место, которое я никогда не отсматриваю, потому что там никогда ничего не лежит, как бы, понимаешь? Так, теперь у нас есть электричество. Я нас с этим великодушно просто поздравляю. Говорю, молодцы. Вопрос остается следующий. Где бабка, где дед? Где вентиль? Слушай, реально, где вентиль-то? Здесь вообще лежал кокос. Спрашивается, нахрена там лежал кокос? Кому этот кокос нужен? Блин, как странно, что у нас нет ни деда, ни бабки. Я прям вообще, я в шоке. Может быть, здесь лежит? Может быть, я от страха нету? Не, у Сландерины точно его не было. Ну, с другой стороны, мы починили игру. Хотя бы так. Может быть, сейчас бабка с дедом появится. Я единственное, вот я реально не понимаю, где наш вентиль. Куда он исчез? Ладно, может. Оказывается, может. Я думала, не может. А кто за мной бежит, да, кто-то, да? Какой-то жопник. Чё, кому что надо? Ну все, ребят, мы готовы сбежать. Давайте с вами делаем следующее. Включаем год мод напоследочек. Делаем с вами клоны Грэмпа. Ой, ой. О. Чего? 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 Так, еще раз, выходим. Ты реально, ты видал? Я сделала башню из дедов и упала с нее. Я вообще не поняла прикол. Но это наша последняя жизнь. Итак, вот они, смотри. Вот она, башенка из дедов.
А вы что, дебилы, что ли? Пацаны, все нормально? Что за башня такая? Кто-то, по-моему, усердно пытался написать плохое слово на букву Х. Так, хорошо, давайте еще сделаем. Клонов деда. Да в смысле? Да какого хрена? Не хочу я... Может быть, их сделать большими, и они починятся? Бляха, пацаны, вот это у вас групповуха, я, конечно, понимаю. Ой, блин! Я не знаю, что сейчас им... А что это мы? А что? А что? Ты что тут за лимба устроила, Эппо? Что за лимба? А эти тоже так делают? О! О! Я вертела их на себе. Ты видал, как я их вертела? Я вертела их на тело. Что-то как-то не... Ой! О-о! О-о! А если я успею включить годмод? А-а-а! Не то! Подожди, стой! Я хочу жить! А, у меня был включен годмод. Что ж, я нас поздравляю. Мы с вами повеселились, посмеялись, поиграли с маленькими дедами и с маленькими бабками. О, какой большой у деда предмет. Какой у него большой ствол. Ну вот это да. А вон те еще стоят, дебилы. Напоминаю то, что если вы хотите, чтобы я поиграл с большими дедами и большими бабами, то ставьте лайки. Увидимся с вами уже очень скоро. Пока.